Всем привет, друзья! В этом видео рассмотрим колоритный набор аксессуаров от MiniArt. Это 5-тонный козловой кран с оборудованием для сварки. Также в наборе присутствуют топливные бочки. А такой кран станет отличным заметным дополнением на диораме или даже ее центральным героем. А MiniArt также издает такой кран в наборе с двигателем Maybach и двумя фигурками немецких солдат. А также этот набор входит в солидный сет диораму, который был выпущен совсем недавно. А также туда включены несколько фигурок, множество аксессуаров, подставка и немецкий танк ПЗ-4. Ну, давайте вернемся к обзору нашей коробочки. Итак, на замечательной атмосферной иллюстрации изображены все элементы набора. Показан просторный цех, на заднем плане немецкий танк, и надпись на стене «Курение запрещено». На одном из торцов коробки другие наборы аксессуаров MiniArt. Это строительный сет, набор с бетономешалкой и британские скатки и сумки. Эти аксессуары я уже показывал на канале. Напомню ссылки на обзоры в описании к ролику. Давайте открывать коробочку. Здесь нас встречает небольшой пакет с деталями и в нем же небольшая декаль. Далее черно-белая инструкция. Ее мы прежде всего и рассмотрим. Итак, лицевая сторона, перечисление особенностей и комплектация набора. Детализированный 5-тонный кран, оборудование для сварки, 200-литровые бочки и лестница. А также в набор включены металлические цепи. На следующей странице раскладка деталей на литниках. Как всегда у MiniArt, четкая качественная печать, понятная пошаговая инструкция. Буквально на первой же странице собирается большая часть крана. Горизонтальная балка, опоры на колесиках. Далее блоки, на которые нужно будет сделать что-то типа тросика. Видимо, с их помощью опоры крана стягиваются между собой. И кран ставится на рельсы. Следующее – подвесной модуль. Здесь детально показано, как намотать цепь и установить крюк. Весь механизм имеет ручной привод, и, я так понял, меньшая цепь двигала кран по балке. А большая – это уже подъемный механизм. Очень здорово, такая модель, что сразу становится понятно все устройство крана. А на этом же сборка завершена. И на следующей странице приступаем к аксессуарам. Бочкам можно поставить разные донышки, а также добавить насос при необходимости. Шланг от насоса к заправочному пистолету делается самостоятельно. Ниже сварочное оборудование, тележка и баллоны. Здесь шланг также нужно сделать из подручных материалов. Хочу отметить вариативность сборки. Баллоны могут быть собраны в рабочем или же закрытом положении. В первом случае устанавливаются манометры, а во втором – колпачки на баллон. Вот таким образом соединяются шланги с газовым резаком. И последнее – лестница и добавление деталей, которые не требуют сборки. Маска, очки и коробка для электродов. На последней странице еще два набора MiniArt. Это строительные аксессуары, которые мы видели с торца коробки, и прекрасный набор с полевой мастерской. Переходим к обзору пластика. В упаковке здесь 4 одинаковых литника с основными деталями крана и несколько других с мелочевкой и аксессуарами. Декаль и металлические цепочки. Начнем с одного из 4 литников. Здесь опоры крана, половинка рельсы, колесики и еще некоторые детали. Все мелочи, отверстия идеально пролиты. На шестеренках отлично просматриваются зубцы. Далее литник с подвесным модулем и блоками, на которые накидывается цепь. Прекрасно пролиты спицы блоков,
где нужно, имеется имитация болтовик клепок. Ролики для движения крана по балке отлиты вместе с корпусом модуля. Это все детали крана в пластике. И добавить осталось только цепь. Вот таким образом выглядит тонкая и толстая цепь у MiniArt. Это будет подвижное, реалистичное дополнение к крану. Таким образом можно будет сделать различную имитацию работы с ним. Думаю, эти цепи не красятся. Их нужно будет чернить специальной жидкостью. Далее рассмотрим аксессуар. Литник с бочками. Тут все просто. Бочка вклеивается из двух половинок, и к ней добавляются кольца. Второй литник к бочкам. Здесь донышки с различными надписями. Насос и заправочный пистолет. А лишних донышек тут нет, но все же они разные, и можно выбрать, какое будет, например, сверху бочки. А если же она стоит вертикально, то можно нижнее и не использовать. Насос и пистолет замечательно тонко отлиты. Далее лестница. Здесь большое число питателей, и все для того, чтобы отлить ее всего в две детали. Лестница тут, можно сказать, дана почти что в сборе. Прекрасное дополнение к различным сюжетам ваших диорам. Следующий литник – баллоны и сварочное оборудование. Маска, очки, манометры. Здесь также радует детализация и тонкое литье. И последнее – тележка под баллоны. Шикарно выглядят огромные металлические колеса с тонкими спицами. В остальном конструкция здесь простейшая. Кстати, в наборе с полевой мастерской дана другая компактная тележка под эти же баллоны. И последнее, что у нас осталось, это декаль. Здесь манометры и две надписи «Курить запрещено». Не зря же я сделал акцент на ней при рассмотрении боксарта. Приятное дополнение, которое может здорово украсить вашу работу. Отпечатана декаль прекрасно. А вот такой набор, друзья. Замечательный кран и не менее замечательные аксессуары к нему. Элементы здесь довольно масштабные и могут сами по себе стать объектами, вокруг которых будет построена виньетка. Или же можно использовать кран по прямому назначению, показать сцену ремонта техники. А благо детализированных интерьерных моделей у MiniArt огромный выбор. Очень понравилось здесь еще то, что членение крана позволяет сделать его в разобранном виде. Можно изобразить машину, перевозящую все это оборудование. А жду ваши комментарии, напишите, как вам такой набор и в каком сюжете вы его видите. А свой же обзор я на этом заканчиваю. Я благодарю вас за просмотр, за лайк и подписку на канал. Всем пока и до встречи в следующем видео.